Энергокризис – центральный пункт предвыборной кампании в Италии, который отправится голосовать в ближайшее воскресенье. Политики ищут пути снижения зависимости от российских поставок. Здесь, в Тоскане, в городке Пьембино, жители не согласны с размещением в местной гавани плавучего завода по регазификации сжиженного природного газа. Против и мэр Пьембино. Мы считаем, что размещение этого плавучего терминала в столь маленьком порту абсолютно нецелесообразно. Это будет иметь негативные последствия, особенно экономические, для людей, которые пытаются восстановиться после кризиса. Выбор в пользу терминала приведет к дестабилизации и отрицательному воздействию на окружающую среду. Правительство Драги считает, что такие терминалы помогут частично восполнить потери импорта. Однако Кристина и Уго, активисты из Пьембино, не хотят об этом слышать. Они убеждены, сопряженные с проектом риски просчитаны не полностью. Уго показывает бело-голубое судно, стоящее на причале. Именно там должна разместиться плавучая регазификационная установка. Он опасается, что лодки и суда, выходящие и заходящие в порт, будут ее задевать. В соседнем городке, тоже в Тоскане, введен в эксплуатацию плавучий терминал такого типа, и вокруг установлена 3-километровая зона, куда запрещено заходить. Если мы тоже введем эту норму, то в зоне отчуждения окажется весь городок Пьембино. Местные рыбаки также обеспокоены влиянием будущего терминала на природу. Мы боимся, что однажды нас начнут дискриминировать, скажут, что ваша рыба уже не того качества из-за близости регазификационного судна. Это самая большая проблема для тех, кто занят в промысле. Окончательное решение о том, продолжать или нет проект, будет принято здесь, во Флоренции. Марио Драги назначил губернатора региона Тоскана Эудженио Джани новым специальным уполномоченным по терминалу. Именно он выдает разрешение на строительство. Если уровень энергосамодостаточности страны не позволит нам иметь надежные запасы, то мы поставим под угрозу национальную безопасность. Предприятия будут вынуждены прекратить работу, и это отразится на жизни каждого. Для Пьембино проект открывает возможности. Так, в течение 3 лет город может воспользоваться госпомощью для решения экологических проблем, которые накопились на здешнем производстве стали. Кабмин, который встанет у штурвала после воскресных выборов, также имеет право голоса при окончательном утверждении подобных проектов.